Здравствуйте, на телеканале Десна ТВ Новости, в студии Олег Соловьев. В Смоленской области изменились санитарные ограничения, которые были введены в марте прошлого года указом губернатора. 13 января Алексей Островский внес очередные коррективы в документ, главные из которых касаются пункта 13.2. Так, с прошедшей среды отменена обязанность ношения масок и защитных перчаток. От них можно отказаться при посещении парков, скверов и других мест массового скопления людей с неконтролируемым входом. Но и то только по выходным и праздничным дням. Все остальные условия действующего особого режима на Смоленщине остаются без принципиальных изменений. Ношение индивидуальных средств защиты обязательно. Массовые мероприятия запрещены. Хрупкие березы и величественные ели в зимнем убранстве, покрытые инеем вершины и причудливые снежные фигуры. Весь спектр оттенков состояния зимней природы Южного Урала можно увидеть на выставке фоторабот Натальи Беленцовой. Фотохудожница из Челябинска, неоднократный призер российских и международных конкурсов, представила в Десногорске цикл фотографий под названием «Русская зима». Здесь можно увидеть снимки природы удивительной красоты, сделанные с различных горных хребтов, рек, озер и перевалов. В некоторых своих работах автор использует необычную технику декорирования фотографий масляными красками, что создает особую глубину и атмосферу изображения. Пейзажи Южного Урала чудесны в любое время года, в каждый сезон по-своему. Однако именно зимние пейзажи пронизаны сказочной атмосферой. Совершите путешествие в страну гор и лесов, где в сияющих снежных просторах оживает волшебство. Выставка фоторабот Натальи Беленцовой открыта по 9 февраля в выставочном зале Историко-краеведческого музея Десногорска в первом микрорайоне. На сегодня выпуск завершен. Оставайтесь в компании Десна ТВ. Всего доброго!